что готовит нам 2025 год. Прогнозы, которые уже изменяют будущее. Задумайтесь на секунду. Сейчас мы стоим на пороге нового года, полного неизвестности и возможностей. Впереди нас ждет 2025 год, который, как обещают эксперты, может стать поворотным для человечества. Что же предсказывают ученые, исследователи и аналитики о том, что может произойти в ближайшие месяцы? Давайте погрузимся в интригующий мир будущего, в котором наука, технологии и общество будут формировать новую реальность. Космос. Новые горизонты и межзвездные открытия. Прогнозы по освоению космоса становятся все более амбициозными. Уже в начале 2025 года человечество ожидает ряд прорывов в космических технологиях. Компания SpaceX планирует совершить первый тестовый полет своей ракеты Starship к Марсу, таким образом готовя основу для будущих миссий с участием человека. Ученые из НАСА обещают, что миссия Europa Clipper, спутник, отправляющийся к Юпитеру, начнет свою подготовку к исследованиям возможных океанов под ледяной коркой спутника Европы, где теоретически может существовать жизнь. Астрофизики также ожидают первые новые изображения с телескопа Веб, на которых мы сможем увидеть планеты, расположенные за пределами нашей Солнечной системы. Это не просто кадры для научных журналов, это намек на потенциальные миры, которые, возможно, пригодны для жизни. Здравоохранение и искусственный интеллект против болезней. В сфере медицины 2025 год может стать революционным благодаря внедрению искусственного интеллекта в диагностику и лечение болезней. Уже разрабатываются ИИ-системы, которые помогают врачам быстрее и точнее распознавать рак на ранних стадиях. Ученые прогнозируют, что к концу следующего года могут быть выпущены передовые генетические терапии, которые помогут справляться с генетическими нарушениями, ранее считавшимися неизлечимыми. Борьба с редкими и смертельными заболеваниями также выйдет на новый уровень. Ожидается, что медицинские роботы смогут выполнить сложные хирургические операции с высокой точностью, что откроет доступ к новейшим процедурам, даже в отдаленных районах планеты. Климат и экология. Нужда спасти планету или оставить все так, как есть, и потерять ее. В 2025 год климатические вызовы станут более осязаемыми. Ожидается, что страны, пострадавшие от сильных ураганов и лесных пожаров, начнут радикальные экологические реформы. ООН уже предупреждает о катастрофических последствиях потепления Арктики. Возможно, именно в следующем году будет принято долгожданное международное соглашение по защите Амазонии, жизненно важного легкого планеты, площадь которого сокращается с ужасающей скоростью. Технологии, направленные на смягчение изменения климата, получат значительные развития. Среди них – создание искусственных лесов. Как именно это будет работать, пока неизвестно, но полагается, что эти леса смогут поглощать углекислый газ из атмосферы, а также использование солнечных экранов, блокирующих часть солнечного света для охлаждения Земли. Эти проекты звучат как фантастика, но могут стать реальностью очень скоро. Экономика и заработки. Новый мир удаленной работы. Мир труда продолжает изменяться. Искусственный интеллект и автоматизация начинают активно заменять рутинные рабочие места, что требует новых навыков от работников. Однако это приведет к тому, что профессии, связанные с анализом данных, программированием и управлением, станут более востребованными и высокооплачиваемыми. Ожидается, что заработная плата специалистов в этих областях вырастет на 10-15%, поскольку конкуренция за таланты в технологическом секторе обостряется. Для многих людей идея 4-дневной рабочей недели станет реальностью, что улучшит баланс между работой и личной жизнью.
Но будут и вызовы. Миллионы работников из сфер, которые трудно автоматизировать, таких как обслуживание или грузоперевозки, столкнутся с риском сокращения рабочих мест. Искусственный интеллект – друг или враг? Искусственный интеллект в 2025 году войдет во все сферы жизни. Помимо медицины, искусственный интеллект будет использоваться для прогнозирования преступлений, помогать в образовательных программах и даже участвовать в создании новых музыкальных произведений и фильмов. Однако вместе с этим растет обеспокоенность по поводу этики и контроля искусственного интеллекта. В следующем году правительство начнет разрабатывать законы для ограничения опасностей, связанных с искусственным интеллектом, и для обеспечения прозрачности его использования. Образование. Персонализированные программы и виртуальная реальность. Система образования продолжает адаптироваться к технологиям. Учащиеся начнут больше использовать виртуальную реальность VR и дополненную реальность AR для изучения таких предметов, как история и анатомия, погружаясь в учебные материалы, как никогда раньше. Искусственный интеллект будет создавать персонализированные учебные программы, которые будут подстраиваться под потребности и уровень каждого ученика отдельно. Социальные отношения и общественные тенденции. 2025 год может стать годом перемен и в социальной сфере. Все больше людей будут выступать за равенство полов и инклюзивность. Новые исследования психического здоровья помогут улучшать осведомленность о важности баланса и благополучия. Люди начнут больше ценить моменты связи друг с другом в реальной жизни, что приведет к всплеску интереса к мероприятиям без цифровых технологий и к праздникам, ориентированных на укрепление человеческих связей. Финансы и криптовалюты. Время больших перемен. Ожидается, что в 2025 году мировая финансовая система может оказаться на пороге значительных изменений. В мире криптовалют прогнозы остаются противоречивыми. С одной стороны, сторонники цифровых валют ожидают дальнейшего роста популярности биткоина и других альткоинов, как безопасной альтернативы фиатным валютам, особенно в странах с нестабильной экономикой. Важно отметить, что центральные банки многих стран, в том числе США, Великобритании и Китая, продолжают развивать проекты цифровых валют центральных банков CBDC. Таких как цифровой юань и цифровой доллар. Эти государственные цифровые валюты могут трансформировать экономику, облегчая международные переводы, улучшая контроль за финансовыми потоками и повышая доступность банковских услуг в удаленных регионах планеты. Однако существует и обратная сторона медали. Критики считают, что это может привести к усилению контроля правительства над личными финансовыми операциями граждан. На рынке криптовалют можно ожидать появления более строгих регуляций и усилий по предотвращению отмывания денег и мошенничества, что создаст дополнительное напряжение среди криптовалютных трейдеров. Но если интерес к криптовалютам среди крупных инвесторов останется на высоком уровне, это может привести к новому росту капитализации рынка. Денежные системы и внедрение новых технологий. Технологии бесконтактной оплаты, блокчейна и искусственного интеллекта могут изменить наше восприятие денег. Ожидается, что в ближайшие годы рост использования банковских приложений и финансовых сервисов на основе искусственного интеллекта обеспечит простоту операций и удобство управления личными финансами. Банковские системы будут уделять внимание безопасности, внедряя биометрические данные и аналитику искусственного интеллекта для предотвращения мошенничества. Мировые конфликты и может ли наступить мир? На мировой арене остаются острые конфликты, и их разрешение является одной из самых сложных задач современности. Ожидается, что международные организации, такие как ООН, продолжит пытаться находить пути дипломатического урегулирования, чтобы предотвратить новые вспышки насилия.
К сожалению, мировая политика остается непредсказуемой. Прогнозы указывают на то, что на глобальной арене будет сохраняться напряженность, особенно в регионах с давними территориальными спорами. Однако не все так безнадежно. Усиление внимания к переговорам и развитию технологий может помочь снизить эскалацию. Например, использование продвинутых систем мониторинга искусственного интеллекта в горячих точках может предотвратить конфликты на ранних стадиях. Также растет влияние активистов и мирового сообщества, которые стремятся привлечь внимание к миротворческим инициативам и гуманитарной помощи. Может ли стать мир возможным в 2025 году? Полного спокойствия, вероятно, не будет, но есть надежда на уменьшение масштабных столкновений и на новую волну договоренностей и перемирий. Дипломатия становится более важной, чем когда-либо. Получается, что 2025 год готовит много испытаний, но остается шанс, что человечество выберет путь, ведущий к стабильности и прогрессу, стремясь к миру и благополучию, которые так необходимы нашему миру. Мы на пороге года, который несет в себе как угрозы, так и невероятные возможности. Сможем ли мы справиться с вызовами климата? Как изменит нас искусственный интеллект? И удастся ли человечеству сохранить хрупкий баланс между прогрессом и сохранением природы? Будущее полнится тайнами, но 2025 год обещает быть годом, о котором еще долго будут говорить.